Так, сын сказал, говорит, хочу порулить машиной. Первая машина, да, сынок, твоя? Давай, не нарушаешь правила дорожного движения? Нормально кати. Вот как тебе потом мама, думаешь, она тебе братика доверит? Бери с той стороны, аккуратно бери. Попить, тогда на тормоз поставь машину. Ставь машину на тормоз. Нажимай ногой. Все, теперь можешь попить водички. А ты сам откроешь? Что, это тут тебе помочь надо, да? Ну на. На, дальше сам давай. На, дальше сам справишься? Ну давай, ладно, помогу. Только не облейся, а то сейчас грязный. Давай я тебе помогу, ты сейчас грязный поедешь. Хотя ты и так грязный, доедешь в любом случае грязный. Все, хватит, а то нельзя много пить. А то в туалет захочешь. Давай, закручивай. Класс? А закрутить? Кайф. Где ты такое слово услышал? Пацанами. Пацанами услышал слово? Вы поняли, как пацаны учат? А на французском как это будет? Как? Французским. Это что такое? Ну ладно, пойдет. На французском типа.